Сегодня буду раздавать советы. Расскажу, что еще можно сделать, чтобы завалить экзамен. Поехали! У нас появилась открытая группа по подготовке к ОГЭ по английскому языку ВКонтакте. Там ежедневно публикуются полезные материалы по подготовке к ОГЭ по английскому языку. Ссылку на группу вы можете найти внизу в описании к видео. Смотрите, получайте пользу, готовьтесь к ОГЭ на максимальный балл. Первое. Не ставь себе реальные цели. Стремись к каждому предмету по 100 баллов. Понимаешь, что это нереальная цель, это то, что тебе нужно уже сейчас, чтобы завалить экзамен. Думай о том, что ты будешь поступать в МГУ, а если не поступишь, то с тобой случится истерика, будешь валяться в луже, можно сейчас уже начинать валяться, в принципе, и это тебе очень поможет не сдать экзамен. Это был первый совет. Второе. Не расставляй приоритеты, посещай все занятия по ОБЖ, трудам и физкультуре. Обязательно выполняй все факультативы по предметам, которые тебе не нужны для сдачи экзамена. Трать свое время на выполнение всех домашних заданий и участвуй в олимпиадах по математике, физике, биологии, хотя ты поступаешь в лингвистический вуз. Этот совет отлично поможет завалить экзамен. Пользуйся. Совет номер три. Не планируй свой день. Начинай выполнять домашку в 3 часа ночи. До этого залипай в соцсетях и просматривай любимых блогеров на YouTube. Вставать в школу нужно в 7 часов утра. Так необходимо повторять каждый день с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье ложиться спать не стоит вообще. Еще плюс один к карме, и ты завалишь экзамен. Совет номер 4. Сравнивай себя с другими. Вон Машка из 11 Б олимпиаду выиграла по английскому языку, точно поступит в МГУ на психфак. А вон Мишка неделю назад на пробнике так уверенно себя вел. Точно сдаст ЕГЭ на 100 баллов. А ты поступишь в ПТУ. Да, так и будет. Сравнивай себя с другими. Это очень поможет. И пятый совет на сегодня. Подожди еще. До экзамена осталось 7 месяцев. За это время реально качественно подготовиться к экзамену. Но тебе не нужно никуда торопиться. Ты еще подожди немного, и тогда точно завалишь экзамен. Я надеюсь, вы понимаете, что это была шутка, и это всего лишь набор антисоветов для вас, которые не нужно выполнять и нужно сделать. Все с точностью да наоборот, чтобы успешно сдать экзамен. Не нужно откладывать что-то на потом, начинай готовиться уже сейчас, выбери преподавателя. Все в твоих руках, еще достаточно времени для того, чтобы подготовиться. Ничего не жди, ни с кем себя не сравнивай. Ты обязательно поступишь в вуз своей мечты, у тебя все получится. Всем 100 баллов на ЕГЭ.